Доброе утро всем. К нам пришли снова наши гости и друзья. Каштанчик. Барабанчик. Барабанчик. Почему барабанчик? Потому что живот надут как барабан, при этом там не воздух, а жидкость. И наша задача сегодня ее откачать и дать возможность каштанчику комфортно жить. Поэтому наша история продолжается и идем вперед. Каштанчику уже выполнили процедуру. Сейчас отпустим и он побежит домой. А на следующей неделе снова нашу Юлию пригласим. Придете? Конечно, уже как на работу. Как на работу. И окажем снова помощь. Болезнь, к сожалению, неизлечима. Вылечить ее мы не можем. При этом дать комфортную жизнь обязаны. Поэтому ожидаем каштанчика на следующей неделе. Спасибо. Как всегда, рубрика «Добрых дел» подключается к нашим героям и оплачивает все процедуры, которые были оказаны. Спасибо большое всем. Да, спасибо спонсорам. Можно и так вас назвать. Точно. Спасибо точно. Большое. Наша история снова продолжается. Кошечка Му или не Му? Мурика. 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 Раненый кто наблюдает. Боец. Был абсцесс. Мы поставили такую резиночку. Сегодня снова обработали. Сделаем укольчики. И в пятницу, через пару дней, ожидаем на снятие такого дренажа. Тоже благодаря нашей помощнице Юлии. Юлия не могла пройти мимо и тоже оказываем такую помощь. Еще один подарок. Это нам принесли наши друзья. Мария, насколько помню. Да, Мария, спасибо. Которая познакомилась здесь с нашей Юлией. Пойдет по обучению. И Мария, видеоотчет, передаем корм спасибо. Юлии. Поэтому еще один подарок нашей помощнице. И на этом наша история не заканчивается. Юля, это что-то наша там... бабушка. О, смотрите, как в поле чудес, но только лучше. Для вас. Для нас, смотрите. Итальянские помидорки сама делает. О, а видите. Это вашим деткам постелок. И деткам. Вот так, все в прямом эфире. Я даже не рассчитывал. Обменялись. Приятно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.